Президент побывал сегодня в прифронтовой Авдеевке. Вместе с министром обороны Петр Порошенко обсудил ситуацию на фронте и встретился с бойцами 72-й механизированной бригады «Черными запорожцами». Они уже год держат оборону под Авдеевкой. Президент пообещал им ротацию. По его словам, уже в ближайшее время 72-я, 14-я, 92-я и 53-я бригады вернутся в места постоянной дислокации – на Волынь, Белую Церковь, Чугуев и Северодонецк. Держать позиции в вместо них придут другие подразделения. Порошенко также вручил награды военным и поблагодарил их за профессионализм и стойкость. Тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є українське військо. І саме тому я сьогодні тут, як президент, як Верховний Головнокомандувач, для того, щоб подякувати кожного з вас за зразкове виконання поставлених завдань. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог.